начала октября в ульяновском поселке Боротаевка работает бригада управления инженерной защиты. Работники восстанавливают уже имеющиеся на улицах водоотводные канавы, которые были перекрыты после строительства частных домов. В поселке Боротаевка по улице Новой осуществляем устройство грунтовой канавы для отвода накопительного пруда, поверхностных вод и весенний период к пропуску талых вод. В работах задействованы экскаватор, самосвал и бригада рабочих. Кроме улицы Новой предстоит прокопать еще одну канаву для защиты боротаевских домов и огородов от талых вод со стороны полей. До конца года в управлении планируют прокопать около 4000 погонных метров канав, как в самом поселке, так и на его окраинах. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.